вчера дал приказ, короче, атаковать нас. Удачи. Едет, едет! Ты что, все транспортировать? Вот там, где больно, нет больного ножа там? Не, там не надо, вот как раз здесь у него фигур. Да, ну смотри, сейчас кадриль начнется, а ты с хромой будешь. Я с ней побил. Ребят, помогите загрузить, давай. Тише. Давай. Аптечки доставайте свои все. Доставлю. Как вы слышал? Как жаль. Они всю жизнь. Родили уже обижены. Украина начала активизировать боевые действия только потому, что Россия и Америка нашли точки соприкосновения. Точнее, и понимая, что в Украине уже в этой жизни ничего не светит, Порошенко дал приказ начать атаковать Донецкую Народную Республику. Какова военная ситуация? Очень тяжелая. Бои идут на фронте протяженностью около 50 километров. В данный момент мы находимся в районе Авдеевки. Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться в город Донецку, Макеевки. Бои идут тяжелые. Украина несет большие потери. Но они не пройдут.